Ну что, друзья, эта трагедия сегодня с самого утра заставила плакать поклонников и фанатов известного российского актера театра и кино Дениса Никифорова. Это молодой и всеми любимый российский актер, которого знает вся страна. К нам поступило сообщение о том, что этой ночью Денис Никифоров покинул Россию. Сейчас он направляется в Швейцарию, где пройдет обследование в одной из лучших клиник города. Что произошло с Денисом Никифоровым, пока не ясно. Родственники пока что-то умалчивают, друзья сообщают о том, что несколько дней назад российские медики поставили Денису Никифорову страшный диагноз. Якобы он улетел из страны для того, чтобы пройти обследование в другой стране. Шокирующие подробности завтра на утром на нашем YouTube-канале, друзья. Срочно подписывайтесь на наши новости и не пропускайте наши выпуски каждое утро.